Доброе утро, друзья! Просьба занять свои места у телевизоров, наш фирменный поезд хорошего настроения отправляется. Просьба провожающим присоединиться к отъезжающим. Свой маршрут начинает музыкальный экспресс «Утренняя почта» под управлением ведущего машиниста Николая Баскова. Первая остановка по требованию Георгия Лукьянова из города Луховицы Московской области. Он пишет: «Здравствуйте, Николай, моя теща – редкий максималист. Если она летом высаживает цветы в клумбу, то сразу всех сортов. Если пьет кофе, то сразу со всеми добавками. А уж если наносит макияж, использует все тени сразу. Сегодня у тещи день рождения, я хочу подарить ей песню. Николай, есть ли у вас песня о сорти, чтобы в ней было сразу несколько песен?» Георгий, в радиорубке нашего экспресса есть все. Единственную в мире песню о сорти для вашей любимой тещи исполнит Дима Билан про белые розы. Поздравляем и подпеваем! Горит полосатый закат в сиреневой дымке. И кто-то с экрана ТВ поет о любви. Меня переносит назад эти картинки. Да-да, где спрятаны в песнях. А что, стесняйтесь, все чувства мои. Ну давай! Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, снова нож седая, никак не отпускает. И вот эти вот движения наши, помните, а? Ну-ка! Ах, эти белые розы, о-о-о, желтые тюльпаны, о-о-о, и снова нож седая, никак не отпускает. Новая куртка, старый кассетник. Да-да-да-да-да-да! Да, музыка нас связала уже навсегда. И я напеваю тебе в тишине предрассветной слова, которые я пронесу сквозь года. Друзья, споете о-о-о со мной! Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, снова ночь судая, никак не отпускает. Ну встаем, встаем, встаем! И... Ах, эти белые розы, вы! Громче! Желтые тюльпаны и... И снова ночь седая, никак не отпускает. Что, стесняетесь, да? Не хотите проветриться, например, как-нибудь пристать, а? Ну давайте, 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 давайте смелее! Еще мы спускаемся к вам! Опа, опа, отлично! Белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая, никак не отпускает. Эй, меня! Ах, эти белые розы, розы, розы. О, еще раз. Тюльпаны, и снова ночь седая, никак не отпускает. Ну никак не отпускает, это память. В студию «Утренней почты» по-прежнему приходят не только заявки, но и просьбы о помощи. Вот какой проблемой поделился с нами наш верный зритель с редким именем Самсон Лукич Горбунов. Приветствую вас, Николай, из города Майкоп. У нас в семье по воскресеньям на завтрак три блюда – чай, оладушки и утренняя почта. Но вчера в телевизоре неожиданно пропал звук. А без утренней почты нам и утро не в радость. Пожалуйста, придумайте для нас какой-нибудь выход. Уже придумал. Есть одна замечательная певица, которая не только прекрасно поет, но и одновременно показывает руками текст своих песен. Это Елена Ваенга. А, вы же меня не слышите. Уважаемый Самсон Лукич, для вас поет
Елена Ваенга. Аэропорт. Кеша, пока наш утренний почтовый поезд движется к очередной станции, предлагаю скоротать время. Сколько слов ты знаешь? Миллион! Миллион! Отлично. Тогда помоги мне, пожалуйста. Я скачал игру, в ней нужно продолжить слово. Итак, румяный, красивый, аппетитный, Басков! Басков! Батон! А мы тем временем оказались в городе Ейске. Дорогой Николай Иннокентий, меня зовут Марианна Кэ. Я познакомилась в интернете с парнем, его ник юзер 345. Мы договорились встретиться офлайн в кафешке. При встрече я поняла, что в жизни этот юзер оказался совсем не такой, как на аватарке. Увы, но так часто бывает. А гораздо симпатичнее. Как я! Как я! Как ты? Хочешь сказать, ее парень похож на попугая? Будем надеяться не одеждой, а обаянием. Я к нему подошла, сказала: «Привет, ты круто выглядишь, пойдем потусим». Он согласился, мы круто потусили. Только оказалось, что он не юзер 345, а просто Костя. Забежал в кафешку перекусить. Вау! Вау! Теперь я переживаю, как там бедный юзер 345. Дорогая Марианна К, не переживайте. Может, ваш бывший юзер тоже с кем-то по ошибке познакомился. Ведь не только вы можете в интернете промахнуться с поиском. Реклама. А мы посмотрим, что насмотрим. А теперь внимание, я приглашаю в кабину музыкального локомотива почетного рулевого нашего экипажа. Я бы даже сказал, командира этого звездного состава, главного кочегара шоу-бизнеса, заслуженного запевалу Николая Баскова. Не заслуженного, а народного. Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. Обнимаю вас, рад снова быть с вами. Привет, Николай. Ты опять заболел физкультурой? Нет, просто купил фитнес-часы. Они составили для меня график упражнений, которые я никак не могу нарушить.
Николай, может быть, мой вопрос покажется тебе странным, но почему ты не снимешь эти часы? Еще чего? Я такие деньги за них отдал. Вот пусть часы их и отрабатывают. А, по-моему, отрабатываешь ты. Фу. Все, я свободен, могу читать письма. Очень хорошо. У нас как раз есть письмо от твоего коллеги. Суперзвезды? Нет, любителя физкультуры из города Эскитим Новосибирской области. Салют, Эскитим! Уважаемый Николай, приветствую. Меня зовут Петр Толопаев. Я тренер в детской спортивной школе. Коллекционирую песни о спорте. Узнал, что есть песня Григория Лепса про зарядку. Называется «Я поднимаю руки». К сожалению, ни разу ее не слышал. Меня интересует, какие упражнения, кроме поднятия рук, в ней предлагаются. Уважаемый Петр, с удовольствием познакомлю вас с этой песней. Но предупреждаю, упражнений Григорий исполняет всего два. Открывание рта и отжимание от микрофонной стойки. А вы к этому комплексу можете добавить свои упражнения. Григорий Лепс, я поднимаю руки. Хватит сидеть, присоединяйся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я давно уже читаю по слогам. Я давно не доверяю лишь словам. Я давно все выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у меня подруг. Знаю точно там, где север, а где юг. На тебя увидел сразу, все забылось. Вдруг я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красиво, свои 18. Я поднимаю руки, но вдруг может сдаться. Ты новый шанс от скуки и не зашибляй. Пожар не потушить. Ты со мной готова каждый день делить. Даже если придется вдруг послушной быть. Может, сразу стоит обо всем забыть. Кинув якорь где-то тихо, мирно плыть. А меня ты знаешь просто. На борт нашего музыкального экспресса поступило сообщение от Игоря Кузьмина из Южно-Сахалинска.
Привет, Николай. Я работаю в техподдержке провайдера. С утра до вечера мой интернет-чат пухнет от сообщений. То забывает включить роутер в розетку и жалуется, что не работает, то умудряется воткнуть видеоштекер в звуковой разъем. Пока выяснишь, в чем дело, закипишь. Сегодня у меня выходной. Хочу расслабиться и оттянуться под песню Клавы Коки. Это для моей личной техподдержки. Спасибо. Игорь, ну вы меня удивили. Разве у Клавы Коки есть песня про техподдержку? А, простите, затормозил, точно. Покинула чат, друзья. Для техподдержки нашего настроения в утренней почте Клава Кока. Шоу невиданного масштаба. Все рекорды громкости нашего проекта уже побиты. Но что-то мне подсказывает, что это не последний раз. Смотрим все вместе в пятницу в 21:30. Наш утренний поезд хорошего настроения прибывает на конечную станцию. Добрый день! Прослушайте короткое сообщение нашего постоянного пассажира Натальи Лавриковой из Енисейска. По дороге по центральной мчится поезд музыкальный. Басков рулит поезд быстрый, ждут на станциях артисты. Выезжает воскресенье, повышает настроение. Пожелать ему хотим мы счастливого пути. Спасибо, Наталья. А вы, уважаемые пассажиры, перед выходом из поезда не забывайте в вагонах свои положительные эмоции. Ровно через неделю наш веселый экспресс подвезет вам новые. С вами был, если будет, главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, у вас что послушать. Люблю вас.
никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча лучшее средство от одиночества, но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается. Поверишь в это, сердце не закрывает.